В результате ретинобластомы в 3 года у меня были удалены оба глаза. У меня отсутствует понятие цвета, для меня нет понятия темноты. У меня не темно перед глазами, мне просто никак. Мое заболевание отразилось не только на внешности, но и на внутреннем мире. Внешне – это нарушение речи, координации, движений. Внутри я все принимаю очень близко к сердцу. Первую залысину у меня обнаружили в 5 лет. Со временем она распространилась по всему телу. Это была долгая, изнурительная борьба с хождением по врачам, целителям и прочим мероприятиям. Под каждым снимком пронзительная человеческая история. Автор, екатеринбургский фотограф Юлия Трощенко, приехать на открытие не смогла, но знает, ее работы скажут все сами за себя. История особенной красоты. Так называется эта выставка. Мне просто было очень интересно, используя именно мою эстетику. Ну, она такая специфически драматическо-нуарная, наверное, ее можно так назвать. Мне очень хотелось сделать проект, где люди не страдают в кадре, просто есть возможность как-то красиво, интеллигентно преподнести их физические особенности так, чтобы было восхищение личностью в целом. Интересно и то, что Юлия фэшн-фотограф, но здесь красота выходит за жесткие рамки модельного мира. Этот проект называют фотоисследованием, дающим возможность почувствовать свою уникальность людям с самыми разными особенностями внешности. Эта выставка, да, очень интересна, наверное, для рассуждения о том, чтобы посмотреть и подумать вообще о том, что красота, она бывает очень разная, что каждый человек красивый по-своему. Увидеть более 25 фоторабот художницы и познакомиться с ее необыкновенными моделями горожане могут в историко-художественном музее. Выставка пробудет в Березниках до 10 марта. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.